Появлялся вместо Сергея Гранкина на блок, но теперь занял свою привычную позицию в центре. Здорово, здорово разыграли сейчас скидку как раз таки. Передача какая классная. Поляки поверили, что Гранкин будет сбрасывать. На него поднимались, и он так точно одной рукой отдал мяч. И здорово, что смягчил Шестак сразу появившись на площадке этот мяч. И Данте находился. Снова не успел он оттянуться в четвертую зону.